Боси Хуан Джонго Лифы. Хэ Боси Хуан Джонго Джесюэ. Людмила Короленок, доцент кафедры социально-гуманитарных наук Гродненского государственного медицинского университета, говорит о том, что ей очень нравится китайская культура, история и философия. А изучение китайского языка в современных условиях открывает широкие возможности и перспективы в профессиональном развитии. Поэтому она и стала посещать курсы китайского языка, которые предлагает Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Наши курсы китайского языка существуют вообще уже с 2007 года. Это курсы трехлетней программы подготовки. Каждый год предполагает изучение 100 часов китайского языка. И в итоге выдаются документы по окончании каждого года государственного образца. Эти курсы набирают популярность ежегодно. И все больше и больше студентов каждый год изъявляют свое желание все-таки изучать китайский язык. Это не только студенты нашего университета, это и горожане, и даже школьники. Участниками курсов китайского языка Купаловского университета становятся не только студенты, школьники, горожане, но также представители различных учреждений и организаций. Так в этом году изучать китайский язык стали преподаватели и ученые Гродненского медицинского университета. Учитывая настоящий современный вектор Республики Беларусь, учитывая восточное партнерство, то не только в медицине, потому что мы представляем медицинскую сферу, но в принципе во всем образовании, я думаю, что в ближайшие 3-5 лет пойдет перестройка всего процесса обучения, пройдет перестройка всех научных, клинических исследований, поэтому люди, которые великолепно общаются напрямую на родном языке с представителями Китайской Народной Республики, они будут востребованы. Занятия проходили на протяжении года 2 раза в неделю и предполагали не только изучение китайского языка, но и знакомство с лучшими китайскими традициями и культурой. Если просто язык, это, конечно, скучно будет. То есть еще можно какое-то видео или какое-то праздник, то есть как уже коридор или литература какой-то. И еще я показала им там церемонию чайную. Это тоже будет интересно. Еще можно рисовать каллиграфию, и они сами можно попробовать написать свое имя. После года обучения слушатели говорят, что не только понимают разговорную китайскую речь, знают главные формулы общения, но и могут свободно рассказать о себе на китайском языке. Мы крайне довольны процессом обучения. Для меня, например, это редкая возможность изучать язык именно с носителем языка, потому что преподавал у нас учитель, который приехал на стажировку. И, соответственно, это как бы позволяет проводить процесс обучения на качественно другом уровне. Было интересно, с одной стороны, нам перенимать опыт преподавания, с другой стороны, ей тоже мы делились опытом, как преподавать некоторые моменты. Поэтому это обоюдный такой хороший процесс. Очень интересно, когда ты можешь понять уже какие-то иероглифы, которые вот просто вывески где-то вот в Минске была, увидела. Приятно, что могу прочитать. В фильме услышала, приятно, что могу слегка понять. Это интересно, конечно, хотелось бы продолжать. Участникам курсов вручены дипломы слушателей первого года обучения. Но все они планируют продолжать программу обучения на протяжении последующих 2 лет.